Привет, смотрите, какая темнота. Небо все, солнце село. Вон, у меня только аппарат светит. Свет от него как-то... А, я свой свет включил. А то если бы я свой свет не включил, было видно, как свет от дисплея падает с аппарата. Вот уже радио России работает. Радио Яш работает. Ха, радио Яш традиционную музыку гоняет, румынскую. Ну ладно, мы их сейчас слушать не будем. А даже, видите, от розетки слышно все. А тем более, видите, на горе сегодня мне удалось ловить раннее прохождение Китая. Я даже пришел через 10 минут домой. На Соньке их не словил с самого начала. Словил где-то через минут 5. Словил китайскую радиостанцию на 1521. Ну ладно, включаю музыку. И вот смотрите, без 10:08, какая темнота уже. Уже прям темнота. И свет даже не регулируется. Освещение прибавил. Вот освещение прибавил. Бесполезно. Вот такие дела. Отгружу, у меня трафика полно. У меня интернет бесконечный, безлимитный. Пью пиво, все тоже жигулевское. Сейчас чисто просто так отгружу это видео, потом удалю. Кому интересно, смотрите. Вон огоньки как горят. Ну, до этого вы видели, как я связь проводил. Так что давайте, сейчас я вот это отгружу. Ладненько, до новых встреч. Всем пока.